Этот день приближается. Hey, ребята, всем привет! С вами Диана, и под этим днем я имею в виду 1 сентября. Многие не любят 1 сентября. Да что там 1 сентября? Многие даже школу всю не любят. Хотя, почему даже? Никто не любит школу. Естественно, я тоже не исключение. Мотивация идти в школу, потому что одна из известных и одна из моих самых любимых видеоблогеров, Любарская, пошла в школу. Ненормальная какая-то, вот честно. Вообще. Но тем не менее, у школы есть и свои плюсы, и минусы. Сегодня мы их взвесим. Drop that shit. Один из самых главных плюсов, хотя многие школьники считают это минусом, это знания. Ты получаешь знания, на этом строится вся твоя жизнь. Если плохо учился, значит, ты будешь бомжом. А если хорошо, то богатым человеком, допустим, или успешным. Как говорят нам родители, будешь хорошо учиться, будешь успешным человеком, будет хорошая профессия и заработок. Например, уборщица «Газпром». Чем плоха эта профессия? Да ничем, потому что уборщиц воруют сумки за 2 миллиона рублей из их кроссоверов. Плюс номер 2. Ты встретишься там со своими друзьями, будешь с ними тусить, болтать, ходить по школе, трепать нервы учителям. В школе постоянно что-нибудь происходит. Это плюс номер 3. Мои одноклассники сломали в школе стены, подрывают толчки. Именно поэтому у нас все туалеты мужские закрыты. Да, и такое у нас бывает. Больше плюсов я не нашла. А вот как мне кажется, то минусов гораздо больше. Сейчас мы это проверим. Во-первых, ты не высыпаешься. Что вообще-то вредно для организма. Вот это поворот! Минус номер 2. В школе надо учиться, потеть, работать, стараться. Не, в принципе, можно и не учиться, но тогда вообще зачем ходить в школу? Домашнее задание отнимает слишком много времени, даже бывает некогда погулять. Надо бежать на тренировку. Даже видосы бывает некогда пилить. В столовой отвратительная еда. Я не знаю, из чего ее там готовят, но она невкусная. Хотя готовят его, наверное, не из чего, а из чьего. Тонкий юмор. Еще нас после уроков заставляют оставаться и убираться в нашем кабинете. На классном часу. Достаточно странно. Как-то странно. Минусов я нашла всего лишь на один больше. Тогда вопрос, почему мы не хотим учиться? Если вы нашли больше минусов, то пишите в комментариях. Мы не хотим учиться, потому что там надо стараться и работать. Не люблю работать. Еще я решила открыть новую рубрику Ask D. В этой рубрике вы будете задавать мне вопросы, а я буду на них отвечать. Вопросы вы можете задавать мне в комментариях под видео любыми и также в группе ВКонтакте. Вопросы обязательно задавайте под хэштегом Ask D. Всем пока, с вами была Диана, подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх. Буду ждать ваших вопросиков. Bye-bye!